Вот такой огородик 16 января. Снега нет. Тает, 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 тает. А я сейчас вот здесь вот у меня посажен лук под зиму. Интересно, как он там живет. Посмотреть хочется. Не знаю. Увижу я что-нибудь. Вон, смотрите, земля-то не замерзшая. Как тут мне его наковырять? Я не знаю, где луковица. Наверное, сгнило все уже. Как тут найти? Не скажете? Вот и я не знаю. Тут еще снегу маленько. В общем, вот. Что-то я не нашла ни одной луковицы. Ой. Ну что, пора, наверное, тогда посевную делать. В феврале, наверное, будем сажать все. А у нас и рассада еще не посажена. Да, ребят? Что-то не найду я ни одной луковки. Так, так. Значит, нету. Все. Пойду на тот огород схожу. Смотрю, чеснок поковыряю. А зимой. Ну, как здорово. Смотрите. Гвоздика. Весной сажала рассаду, выращивала. Турецкую гвоздику. Вот она. Зеленеет. Красота. 16 января. Для истории. Вот она везде у меня тут. А это двухлетка. Сама семена кинула. Тут у меня земляника ремонтантная. Хотела весной рассаживать. Вот не знаю. Может, ничего выживет. Она живучая вообще-то. Тут вот такой у меня цветник. Бархатцы еще не выдернуты. Что-то как-то они цвели и цвели. Думаю, пусть тут маленько что-то. Вот. Это что у меня ромашки с одугой? Ромашки спрятались. Ой, цветики. Вот такая вот гвоздичка. Зелень январская. Расковыряла я все-таки в теплице. Вот, земля вообще не замерзшая. Вот, посмотри, думаю, чеснок какой. Вот я сажала. Этот чеснок мне дали на рынке в подарок. Называется сорт Добрыня. Вот 11 зубчиков. Я думаю, куда посадить? Вот, сунула в теплицу. Вот он укоренился. И росточек уже дают. Вот. Сажу обратно. Будем наблюдать. Все, у меня уже все пошел уже урожай. Уже начинается забота об урожае. Ребят. Ой, вот так вот. Вот еще что обнаружила. Крокусы вылезает. Офигеть. Скоро весна. Так, вот пришла я на другой большой свой огород. Вот такая вот картина. Сейчас сниму для истории. На память. У меня тут сердечко было с цветами. Колесо. Колесо, колесико. Так, надо пройти как-то бы мне клубнику, землянику посмотреть. Что она там себе представляет. Танькина там эта теломойка так и болтается. Так, сейчас я пойду посмотрю, поковыряю. Так, поковыряла я чеснок. Но земля здесь замерзшая. Здесь холоднее, конечно. Здесь низина. Вон там река. И чеснок у меня, конечно же, может быть и сохранится. Я его присыпала перегноем и листьями засыпала. Думаю, что может он и сохранится. Если ему там прохладно, холодно,
Вот речка, наша речка, совсем берег опять подмыло. Еще больше изгибелья. Как я ходить тут буду? Танькин забор он там валяется, я уж говорила, показывала. Уточек не видно. Ветер сегодня сифонит. Вот где снег? Ку-ку! Ку-ку! Нету снега. Вот моя тут первогодка осенью посадила. Не знаю, что с нее будет. Уже показывала не один раз. Но здесь ремонтантика сидит. Тут белая, там красная. Вот здесь вот тоже первогодки. Такие, не знаю, прижились, не прижились. Чего я их не засыпала? Тут горчицу сажала. Тут горчица, не знаю, она даже вообще никак, видите, даже не прикрыла вся уже тут, конечно, она повяла, замерзла. Тухнет от этой горчицы. Ладно бы снег еще был. Блин, а вот здесь у меня засыпано все, все. У меня нет голых гряд, у меня они все засыпаны листьями. Я возила с парка. Ну, может, здесь вот ничего. Ой, сейчас вяжем. Танькина, тут теломойка скрипит. Ой. Печелька. Печелька. Тут тоже у меня первогодки. Так хочется уже лето. Хочется лето. Вот эту хочу, наверное, все-таки я ее выкорчу. И здесь цветов насажаю. Что она тут у меня уже 4 года? Ну, прошлый год хорошо, она дала мне урожай. Я ее поэтому оставила. Не стала. Здесь мои вот такие клумбы. Вот он заборчик из бревнышек был сделан. Вот уже весь гниет. Ничем не обработанный, конечно. Сетка. Закрыли, чтобы снег туда не сыпался. А и снега нет. Сыпаться нечему. Что тут? Болтушка. Болтушка. Кадушка. Вот кадушка. Томатик у меня ампельный здесь рос. Такой красавец. Такой огромный вообще. Ой, ничего. Столько он мне дал маленьких ягодок. Вкусных. Приходила, все ела. Так прям с куста. Такие вкусные. Здесь заросли. Заросли этого терновника. От него не избавиться вообще на этом месте. Тут сплошняком вот так вот все росло. Максим все пилил. Тут мы пилили. Вот видите, тут это пола старый. Я его только и вожу по всему огороду. Вообще же тут все было. Все запущено было. Одну вот черемуху здесь вот оставила. Так весной красиво. В общем, не знаю, тут буду все это самое. Дизайн по-новому все делать. Здесь тоже вот я грядку сделала. Здесь ничего не было. В общем, так все прибавляла. Там и вот тоже я вот эти вот все добавляла грядки. Там вообще малинник и кусты были. Все разрабатывала. Черноплодные там рябина была. В общем, вот так вот. Все разрабатывала. И по той стороне все разрабатывала. Вот там, где шифер, там вообще вот это, в этом месте все пусто было, там подичью, короче, было. Соседка вон у меня там тоже все разрабатывала. Танюшка, привет, Танюшка, смотришь ты меня, не знаю, надо будет хоть спросить. Вот моя пятиэтажка, дом родной. Небо такое вот хмурое, дождик идет. А я вот тут по огородам шляюсь. Чего я тут шляюсь, не скажете? Чего я тут выискиваю? Так хочется в беседке посидеть. Ой. Да иди, да и сиди, да? Чего ты тут ходишь? Чаю горячего налил. Кстати, сегодня хоть и ветер, но тепло. Плюс 5. Максим говорил, с половиной. Там, ну-ка, посмотри. Слушай, от этого дерева. От дерева деревья. Деревья. Надо еще тоже вот убирать. На завтра, наверное, пожалуй, прийти, да убрать и с граблями тут грести. Пока растаял-то, не замерзла. Так, бардак,
конечно, там все это вот, там все запущено. Здесь вот тоже вот такие вот деревья здесь вот росли. Максим мне все спилил, я тут заложила старым шифером, двор ломали, вот шифером заложила. Все надо будет поправлять. Ничего здесь вот этого не было, все такой тут хлам, все запущено, вон какие уж тут деревья. Вот. Ну что, буду завтра тут, наверное, приду, все-таки потружусь немного. Всем пока, до встречи.